Итак, дорогие друзья, все-таки решил я попробовать включить. Подключили мы ее к сети. И давайте включаем. Запустилась, значит, хотя бы она работает. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров. И все это на канале «Китай стал ближе». Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковочке вот такая вот огромная посылка. Посылка пришла с магазина Озон. Доставили ее за где-то за неделю, будь здорова, это была собака. Доставили ее где-то за неделю, отправлялась она с Твери, заказывал ее через интернет-магазин. В общем, дошло быстро, коробка вроде не поврежденная. И здесь у нас мультиварка. Так давайте откроем и посмотрим, как она дошла и что это за мультиварка. Как таковую мультиварку я не хотел заказывать. Я хотел заказать фритюрницу. Но у всех фритюрниц небольшой объем, а у этой мультиварки и объем побольше фритюра, и много других дополнительных функций, и примерно за такие же деньги. Так зачем брать чисто фритюрницу, когда можно взять мультиварку с функциями фритюра? Давайте откроем и посмотрим, что же нам отправили из магазина Озон. Так, вот она упакована, здесь бумага. Здесь коробочка и накладная. Давайте уберем. Вот эта вот замечательная мультиварка. Мультиварка электрогриль. Стоит она 4000 рублей. Ссылочку я оставлю внизу под видео. И еще, что самое интересное, внизу будет ссылочка на кэшбэк-сервис, с которого вы можете покупать во многих магазинах, там 600 чем-то магазинов. Вот, допустим, с этой покупочки у меня вернулось кэшбэка 8%. Ссылки будут все под видео, можете зайти, посмотреть, зайти в кэшбэк-сервис, зарегистрироваться и покупать в кэшбэк-сервисе со скидкой более чем 600 магазинов. Ну что ж, давайте продолжим открывать нашу мультиварку. Мультиварка называется Endeavor. Мультиварка называется Endeavor. Давайте откроем и посмотрим, что это за мультиварочка и что идет в комплекте. В комплекте идет. В комплекте идет, значит, инструкция. Инструкция с описанием, все на русском языке, 18 автоматических программ. Так, давайте почитаем, что же у нас есть. Характеристики, значит, номинальное напряжение 220 вольт 50 герц, мощность 1500 ватт, емкость чаши 5 литров, диапазон температур от 40 до 240 градусов, диапазон приготовления от 1 минуты до 10 часов. Количество автоматических режимов 18, таймер до 10 часов, цвет черно-зеленый или черно-голубой. Габаритные размеры 335 на 335 на 350, вес 5 килограмм. Значит, это вот такие вот характеристики. Что еще идет в комплекте? В комплекте идет гарантийный талончик. И еще в комплекте идет книга со 101 рецептом. Вот это будет вообще прямо офигенно, это будет нужная вещь. Книжку откладываем в сторону. Идем дальше. Здесь у нас шнур питания. Его тоже откладываем в сторону. В комплекте также идет вот такая вот ложечка. Пластмассовая, пластиковая ложечка. Пенопласт. И сама мультиварочка. Так, это убираем в сторону и продолжаем вскрытие. Значит, сверху довольно-таки тяжелая стеклянная крышка. Крышка стеклянная, никаких отверстий нету. По краям резиновое покрытие, то есть с резиновым покрытием она. Крышка прикручена на два болтика. Что еще есть? Есть вот такая вот решеточка.
Это, я так понял, для гриля. Вот такая вот классная штука. Это вот для нарезки лука. Для нарезки лука. Эта вот штука у нас для фритюра. Для фритюрной сетки. Причем смотрите, какая большая сетка. Обычно во фритюрницах они пускай и стоят недорого, там 2-3 тысячи. Но фритюрная сетка у них очень маленькая. Это еще одна сеточка, тоже, я так предполагаю, для гриля, но это мы разберемся дальше. Я даже планирую сделать несколько видео по приготовлению. Внимание, перед началом эксплуатации обязательно удалите упаковочные материалы. Вот так. Смотрите, это вот так вот погружается, потом ставится на край. И здесь у нас вот такие вилочки есть. Эти вилочки тоже для чего-то нужны, но мы узнаем об этом в дальнейшем. Все легко снимается, разбирается. Значит, так вот. Здесь вот у нас есть таймер. Таймер по приготовлению по разным программам. Сейчас я его включать не буду. То есть сейчас у нас чистая распаковка, а в дальнейшем буду на ней готовить и что-то расскажу. Итак, дорогие друзья, все-таки решил я попробовать включить. Подключили мы ее к сети. И давайте включаем. Запустилась. Значит, хотя бы она работает. Давайте подвинем поближе, посмотрим на меню. Видите, тут обозначено несколько программ. Программы, я так понял, экран не сенсорный. Ничего здесь не нажимается. Здесь присутствуют вот кнопочки. Надо будет еще разобраться. Это температура. Кнопки температуры. Это кнопочки времени. Отключил. И давайте посмотрим. Нагрелось. Да, тепленькая, довольно-таки быстро нагрелась. То есть, хотя бы она работает. Так, что еще? Меню. Здесь показаны, какие программы. Видите, переключаю вот здесь вот. И на табло вот тут вот высвечивается напротив, какой программы что выставляется. Пицца. Йогурты. Ну, сразу. У меня сразу запросили йогурт и пиццу, как всегда. Еще хочу попробовать плов. Хотя плов я готовлю в казане. Но попробуем и здесь мультиварки. И обязательно покажу вам, как это все готовится и как это все делается. И более подробный обзорчик по этой вот мультиварке и фритюрнице я сделаю позже. Что же еще охота сказать в данный момент? В данный момент хочется сказать, наверное, Единственный недостаток пока, который я вижу, это то, что сама мультиварка пластиковая. Чаша съемная. Здесь вот на ней закреплен тен. Вот этот пенопласт, я так думаю, тоже надо удалить. И здесь вот чаша. Ну, пластик наверняка жаропрочный, раз он здесь установлен в мультиварке. Ну, пока единственный минус, это то, что пластиковая конструкция. Вот, на сегодня все. Такая вот распаковочка была с магазина Озон. Кто захочет приобрести такую вот мультиварочку гриль, я выложу, ссылки будут в описании. Также будут ссылки на кэшбэк-сервис, где вы можете получить до 8%. Вот с этой мультиварки я получил 8% кэшбэка. И на других магазинах можете получить тоже процент со своих покупок. Переходите в описание, ставьте лайки, комментируйте. Скажите, что можно тут приготовить, если кто-то готовил. Что-то попробую из этой книги рецептов.
из этой книги рецептов что-то попробуем приготовить. Ну, а на сегодня все. С вами был канал «Китай стал ближе». Встретимся с вами в следующих видео и более подробно уже расскажу о этой мультиварке. Ну а пока-пока, всех с Новым годом, с прошедшим Новым годом. Не знаю, когда точно выйдет это видео, так что с Рождеством и со всем остальным. Всем удачи, всем пока!